Добрый день, уважаемые любители футбола. Сегодня на поле малой спортивной арены нашего стадиона матч на суперкубок сезона встречаются команды «Гнилые жены» 5 от 5 друга. Давай!
уважаемые зрители, второй тайм встречи на Суперкубок сезона между командами ЕЖЖ Владимир. Сегодня я сообщил, на 600 игра 0 в пользу команды ЕЖЖ, которая в этом году стала чемпионом Владимирской области. Команда 5 октябрь. Мяч в ворота команды 5 октябрь провел Максим Васеха, номер 15-й, команда ЖЖ. Этот матч. Давай, давай!
Уважаемые зрители, завершился матч на Суперкубок клубов сезона, в котором встречались Зимний ЖЖ Владимир, 5 октября, Крунина. Со счетом 4-1 победила команда Зимний ЖЖ. Просьба участникам матча не расходиться, построиться через центральные трибуны для церемонии закрытия.